Всем юхай! С вами я, Майн, на канале Майн Геймингс, но сегодня Шевдон, Степан, поприветствуйтесь. Я еду назад, всем привет. Да, у нас получается Степа, новичок в красауте, ё-моё, погнали захватывать нейтральную базу. Да, там уже наши воюют, нужно постепенно обучать. Ай, опа. Что, они уже бьют, да? Нет, не бьют, я в своего врезался в кустах. Ой, мужик какой-то. Тихо, он тебя пилит. Ёперный насрал. Степан, запомните, самое страшное это в этой игре, это и пила, и ракета. Ракета это самое страшное, тебя пилой убили. Самое страшное это ракета и пила, все. А, все, мне жопа. Меня он сейчас выпилит, все. Меня давай, воду. Ай. А, да. Это, на, типа он на гусеницах, не на гусеницах, он такой херне двигается, я понял. Ну, типа, вот... Да, я понял, типа, по грязи там вот такая дичь. Ну, как буровая установка, да, я тебя понял, да, это прикольная тема, но медленная пипял. Короче, ребят, нам с вами 100% надо вот это вот как-то в игре разбираться прям, реально. Вникать в нее и уже какие-то темки делать. Это вот это постоянное... Ура, мне 2 ачивки дали, ребята, я победил. Ё-моё, да. ништячочек. Ребят, в сегодняшнем видеоролике как бы мы будем, вот так сказать, учить Стёпу играть в кроссаут, ну и самим потихонечку вспоминать, потому что в конце концов я вернулся спустя год. Мы что, начали, что ли? Мы уже начали, да, погнали, братан, погнали. Аккуратненько, смотри, с твоей тачкой лучше не лезть в пуш и аккуратненько отстреливаться на расстоянии. Лучше на расстоянии, лучше играть как отставка в токе. Давай сзади. Поняли, я вас. Он Дэйв там, Дэйв, сейчас я Дэйва убью, смотрите. А у него колес не. А, нет, не. Безумный Дэйв просто улетает, смотрите. Все, я забрал. Я забрал типа. Саппортом. Да. Я саппорта, я саппорта просто убил его. Попустили безумного Дэйва с годами. Дэвид, племянник его. Кто тебя бьет? А там нам спину обошли. А, все, я пошел. Дэвид, что вы творите? Тихо. О, мне жопа, Дэвид. Парни, помогайте, все, мне жопа, я мне сначала помочь, чтобы я тебе. Я Амиру помогаю. Мне жопа, все. Я самоуничтожился, парни. Возможно, урон кому-то нанес. А, мне пушки уничтожили. Да, все, братан, тут либо захватывать, либо самоуничтожаться. Я на вражескую базу. Я пытаюсь найти... О, вижу. Предатор на меня пошел из ТДХ, дрыг твою. Ё-моё. У-у-у, братанчик. Бери. Жопа тебе, у тебя... Все, у тебя пушек нет, и ты... Капец, у тебя так мало ХП. А сколько у тебя ХП вообще? Не ОМ, а ХП? У меня 300. У меня 300. Тоже там. 3 сотни, все понял. У меня вообще 500 с чем-то. У Шевдона косарь просто. Мы уже все сдохли. Ну я одного запердохал, чисто аккуратненько. Так, ну окей, мы в любом случае выполняем задание. Это хорошо. Нужно... Что у нас тут? Разбейте вы 5 деталей любой редкости. Итак, мне же надо... Так, а что мне надо сделать? Покинуть группу? Нет, группу не надо. Вернуться в гараж. Escape. Оцените этот бой. Дизлайк. Дизлайк. О, у меня охота за разумом 3 уровень. Отлично. Мне дали 50 значков механиков. У меня 2 баллончика из Subway Surfers. Завидую. Да, все верно. Давай, короче, не пушим, аккуратненько. Давайте, ребят, втроем. Ребят, давайте втроем все по левому флангу в одном месте. Против нас Рубик из Dota играет. Я направо поеду. Проиграем. Ребят, давайте вместе. Ладно, давайте я к вам. Я с Майкл Джексоном. А, окей, то есть, типа, он жестче, да, мы такие. О, Джорсон, убивай Джорсона. Мне кажется, Джорсон убьет. А, Джорсон косорылый баран, он не умеет ездить. Даже я ездить умею лучше, чем он. Там Сайтама. Кеннет приехал. И Шевдон, убивай Кеннета. Ты видишь, что я делаю? Мне немного жопа. Кстати, у меня есть пиво, вроде бы, да. Подрыв. Меня Джоэн бьет. Джоэн, не бей меня. Меня бьют? Да, меня Джоэн бьет. Тогда я ему в ответ. Давай. О, не, у него пушки нет, отлично. Все, я меня Джоэн своим тазиком. Помогите! Бьет. А, я без пушек остался, в смысле? Как он меня расхерачил, в смысле? А это слишком жестко. Я убил Джоэна. А в смысле, это уже летающая машина в нашей команде. Были охоты, меня Джоэн бортовал. Шевдон, тебе жопа.
Не переживай, у меня еще 300 хп есть. 243 и одна пушка. Ты что ли забыл? Я еще умею мансить. Ну это понятное дело. А, ну хорош, ты одного забрал. Ты одного забрал. Так, ребят, после этой каточки обязательно мне нужно будет модернизировать мне немного тачку, потому что это не дело. Мичел вообще на самом деле очень грамотно сделал машину, но пушки неповоротливые, поэтому такое себе. Ну поверни, ну попади ты в него, ну... Ой, все, ну все, раздели Майкла. Да? Че, его просто стирать? О, вот этого, Орландо, танковая пушка, зовите. Да, Орландо. Ну все, и он умер, 2 хп. Это пушка Т-34. Забавный факт. И этот тип чисто этот на плоский на подсосе едет, да, вообще без пушек, без ничего. Так, подожди, дайте я подкорректирую немного себе тачку. Кстати, ты можешь своей тачкой сделать вертолет, просто винты нацепить и полетел. Я, короче, бурилку поставлю, мне кажется. Сколько? Мне не хватает 5 единиц энергии, охренеть. У меня есть генератор Генка, который, я помню, покупал. На него прям фармил жестко. Но он мне даст всего лишь 2 единицы. Хорошо, а если я уберу какие-нибудь пушки? Расход энергии 8 единиц. 6 единиц. Так, если я, получается, уберу две... Жалко, что с драйвом нельзя вдвоем ездить. Было прикольно. Я, короче, две осы уберу. Две осы я убрал, все окей. Но это значит, то, что я уже беспомощный. У меня есть вектор. У вектора 6 единиц. Аккорд. О, я хочу кое-что поставить. Я хочу малыша поставить. Из какой-нибудь пушки. Ядерка? Нет. Блин. А было бы хорошо поставить ядерку. Ну, кстати, в War Thunder есть ядерка. Слушай, я так понимаю, у тебя обрез, да? У меня? Не-не-не-не. А, у Степана? Да. Ну да, у него дробовик, типа, да, у него обрез. А если я... Одной единицы энергии не хватает. Генку надо ставить 100%. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, ну какой-то вот такой у меня получает... Так, подожди, не туда. Вот такой какой-то у меня результат получает... Чё? Чё-то чертежи у кого-то. А, не, все окей. Вот какой-то такой результат, получается, я себе поставил... Как там? Оставил себе вектор, я поставил себе еще один вектор, то есть у меня уже 2 вектора, это дальнобойные пушки. Кувалду поставил, это ближний бой по большей части, и бур. Ну, потому что реально бур это имба, бывало то, что я минус 3 с него делал в свое время. Так, оценочку. Так, ой-ой-ой, ни хрена себе. Вот это ты... Ты что, у тебя прекрасный инструмент на букву Д пятибуквенный? Все, погнали херачить. Так, подождите, получается... Ой-ой, парни, все, всем жопа, всем жопой. Что это за голографическая пила? Это не пила. Вот Роберт едет прямо в мою ловушку. Бам, ой, блин. Роберт едет прямо в мою ловушку. Оп, да блин, оно конечно не бонусное, но надо прицелиться сначала. Понял, Роберт меня перехитрил. Я херачу их, мне пофигу вообще. Я тоже, если стреляю по ним. Бам. А, меня херачит, ребят, меня херачит, помощь. Оп. Манси, Амир, Манси, давай прекрасным инструментом в него въезжай. Въезжаю. Не, мне все же, мне жопа, меня взорвали. Меня тоже схавали. Мы захватываем базу, отлично. Да, но только наши тиммейты сейчас сольются. А, ну да, да. Короче, что я могу сказать? Пушки на самом деле, ну типа такое. У меня получается 2 вектора, это дальний бой, 1 ближний. Но при этом у меня тачка стала тяжелее, менее маневренная для того, чтобы пилить. Перевернул нормально. Молодец. Хороший тиммейт. Вот бы мне таких. Короче, ребят, я лечу со всех ног захватывать. Давай, И не я один. Могу с тобой? Давай, погнали. Ой! Я врезал. Ой, а куда мне уже стихи? Херачим типа. Все, супер. Фига себе, разогнался. Золотой. Короче, я захватывать, я на захвате чисто. Я с тобой. Ой, наш Степан убили.
Ой, ребят, мне кажется, это проигрыш. Мне кажется, это проигрыш. Что, Степан молчит? Ой-ой-ой! Он меня пилит, зашибись, зашибись, просто. Он только прилетел, и я уже умер. У него бензопилы, прикиньте. Я видел. Я думал, он без пушек, а у него бензопилы есть. Ну, по сути, да, он без пушек. Мы когда-нибудь выиграем сегодня? Нет? Сколько в ивентах? Я тебе предлагаю идти в ивенты. Я не хочу ивенты. Ну, давай. У меня здесь еще задание осталось. Так, походу, у нас... так, Степ, радуйся, у нас тачки нам дали нормальные. Новые, нормальные тачки. А мне? Тебе тоже. Прекрасно. Все, ребята, у меня как... А, это гонка? А как, подожди. Я ехать не... Это мышкой. Да лежит, что А как мне... Как рулить-то? А, левой-правой клавишей. Господи, что за... А два, а где два? F! Надо F нажимать, нифига. А зачем? Ладно, я привыкну к управлению, рано или поздно я к ним привыкну. Да, согласен. У меня пока все херово, А где урон, в смысле? Я урону хочу нанести. А зачем нам... Как рулить, реально? Подожди, а у меня еще вопрос, а как тут урон наносить? А тут никак, тут это, короче, гонка. Так, ну я пока на втором месте. Короче, левая правая нажми. Нажимаешь? Ох, ё-моё. Только я тебя умоляю, долго не разгоняйся, не то ли ты умрёшь. Да, Шевдон меня обогнал, зашибись. Ну, мне кажется, там я буду не последним, но и не первым. Ну, ты пока последний вроде. Да в смысле последний? Нет, там еще два лапы. Я перевернулся. А не переверни меня. Да подожди. Что за, я дрифтанул? Машина перевернута. О, нифига себе, тут полетел. Да, я вроде приловчился. Тихо. Это под музычку надо это походить. Да под музычку. Я залетел в какую-то яму. И как мне отсюда вылезти? Подожди. А вот всё, никак. А, кстати, я понял, как передвигаться очень быстро и очень безболезненно. А, чекпоинт это топливо. Подожди, здесь есть... двойка он меня развернет, все понял. А, не шибко развернет, я понял. Нет, двойка это назад. Да. Ну тут развернуться хотя бы так можно. Все, я развернулся. Меня сейчас догонят, Степа. А почему? Что за... Я вас уже обогнал, ребят. Я сейчас разгонюсь, мне кажется... А, я перевернулся. Зашибись! Ура! Я завершил круг. А сколько кругов? Надеюсь, не миллион? Я не знаю. Мне кажется, пока время не выйдет, круги будут накручиваться нами. Мной. Ну, наверное. Нет, Данжен-мастер меня обгоняет. Так, я на третьем, получается. Круги? Не-не-не, вместе. Ты на четвертом. А, нет, там еще один чел на первом месте, я на втором. А, меня чел обогнал. Ну да, Dungeon Master. Dungeon. А, да, реально. Я думал, типа, это опять твоя шутка. А, я падаю! Я упал, я умер. Амир, привет, как дела? Здорово. Умереть, оказывается, можно. Эдвард. Кажется, умереть можно. Все, круг завершен. Я получил, что ли, Эдвард? Уху! Вообще, по сути, прикольно. Главное, просто приловчиться. А ты, блин, не хотел. Подожди, а урон наносить надо, ё-моё. Видимо, урон в другой потасовке, мне кажется. Да, когда врезаешься, урон не наносишь. Значит, в другой потасовке. Ожидаем, когда другие закончат, по сути. В смысле, надо еще раз. А, да? Да. Ты два клуба, что ли? А, походу... А, реально там метка, ёперный насрал. Да, там метка. А чё, в канаву падать нельзя, да? Походу. Да, нельзя, ты умер. Поздравляю. Блин, а чё там нельзя? Не, ну... Нет, ты тогда все наплавнишься. А, я перевернулся. А, нет, ты не перевернулся. Надо просто... О, прикольно. Разворачиваюсь. Нет! Не разворачивай. Я вшатался назад, немного. Не, ребят, может, вообще на ней проходится. Надо прилавщиться просто. Ну назад, да, согласен. Я человек, который играл во FNAF 7, умею нажимать клавиши со скоростью света. А как назад? О, а у меня, кстати, бензин закончился, прикол. Ну все. Ну как, на... А, не, он восстанавливается, топливо. Блин, у меня бензин закончился на правом топливе, на правом двигателе. А, ну сейчас мне тогда надо разогнаться. А ты вроде, когда чекпоинт проходишь, у тебя восстанавливается. Да, там вот это вот. Ура, я круг опять завершил. Тих! Не, ну тут на самом деле проблемы с поворотами у меня, а так все окей. Да нет, у меня наоборот с поворотами проблемы нет, у меня с избой по центру проблемы. А, ну все, вот я второй круг прошел.
У меня проблема только с врезаниями. Круг завершен, еще третий надо сделать. Не знаю, тут надо сколько-то там делать. Ну, бог любит троицу, поэтому думаю, что да. Ух, ё-моё. О, вот я, конечно, я вошел сейчас в жесткий дрифт. Да ты... Даже не дрифт, а дрист. Жесткий дрист. Нифига себе, что я сейчас вытворил. Смотри, что я сейчас вытвариваю. А вытвариваю. Можно... На стрелочке я... как управление. Да реально, на стрелочке нет. Было бы поудобнее. А то только вот эти вот, двигатели. Только F, правая, левая, ну кому еще двойка. Вот двойки я вообще не понимаю, зачем так сделали, это максимально неудобно. Да, хотя бы там, последний я не шанс. Знаю. Последний шанс, то видимо все-таки нет, надо... А Dungeon Master просто проходит, он просто первое место занял. И он сейчас типа, если пройдет еще один круг, то тогда все, мы проиграли. Ну типа, кто-то не проиграл. Так он АФК стоит. А мне почему ты на четвертом месте? Да я что, знаю? Потому что я его обогнал. Почему Степан, который только недавно... Я смачно перелетел через овраг вообще! Нет. Короче, давай, вшатался давай, куда-то, ё-моё. О, чекпоинты, давай быстрее! Чекпоинты за 6 секунд! Я что ли? Я всё. Короче, четвертое почетное место, 650 очков. Я доволен. Ребята, уберите нолик, получится. У типов вообще 0. 69, да. Ну, они же также, по сути, могут, поэтому... Ну да, они тоже как бы... Всё. На F нажимаешь и взлетаешь. Так, ну окей, я взлетаю. Все, я полетел к ним на базу. Так, включаю свой радар. Подожди. Не обязательно зажимать, надо просто нажать и всё. Не, надо просто нажать и все, она будет лететь в тебя. Я пока... Вижу. Ой, вертолетик вражеский летит. Тут вражеские вертолеты. Капец, я косой, ё-моё, подавился колбасой. Улетаю. Ох, ё-моё, нифига он пируэты делает. Если взлетел, можно приземлиться. Ну я понял, но мне это пока не нафиг опять не на надо. Один, опять на один нажимаешь, и ты приземляешься. Ребят, мой первый фраг, ребята, я хорош. Поздравляем. У меня 5 поддержек и один фраг. Кстати, если тебе киль сломает, то он у нас опять. Я выиграл. Да ультимейт, не помоги! Не надо! Умираю! А как в клан вступить? Не знаю, слушай. Я умираю, меня убивают. Помоги. У меня хвоста нету, все, тут я никого не запердол. Хвостом мне без. Можно хоть и без хвоста, летать, можно без всего летать. Ну все, мне жопа. Я был рожден для этой игры. Были крылья, кабина и все. Все, я умер. Я надамажил всех, кого только мог, но при этом фрага так и не сделал. Ну меня там застили. Ой, нормально. У меня тоже, кстати. Ну как тебе режим? Ну типа, обычный захват, только на вертолетах как-то как будто такое себе. То, что на постоянку добавили, да, это классно, но... На вертолетах как будто бы... Можно. Да, повеселиться можно, для разнообразия почему бы и нет, но тут либо все на вертолетах летают, никто. Либо никто, да, вот это вот то, что кто-то на тачке, кто-то это такое себе. Но просто тебя могут снизу просто подпилить сверху. Угу. Наверх просто можете его убить. А как они уже добрались до центра, а я нет? Ну или вверх от меня нет. Скорость тачек, у них могут быть ускорители, как в гонке, когда мы гоняли. Тут можно их ставить. Сергей, здравствуйте. Прикол, наш вертолетчик в итоге оказался без всего. Да. А он сначала застрял, у него лопасти в текстуру застряли вроде. Так, на этих машинах, которые, помнишь, там с пушками были, и типа вокруг них были вот эти вот жесткие. Да, помню. Да. Так, ну сейчас урон главное наносить. Ох, ё-моё, вы чё, не наглей, Я, короче, вот этот. В меня попали жестко. Слайм. Ой, тихо, щиты. Ой, меня подожгли. Че, нет, не предлагаю скинуться на одного пока что. Давай, на какого? На вот здесь, который. Давай. Я ноускопом попал! Ноускопом? Да. Хорош, Сигма. У меня ролик с крабиками. Тоже будет. А как попасть? На! Ноускопом! Ой, я понацеляю. На, я попал в него. Тихо. О, у меня сирохота за разумом есть. Стоп! Я ему пушку почти сломал. Все, я ему пушку сломал. Есть, отлично. Все, выносим его, короче. О, он перевернулся.
Блин. Что у меня такое? Ой-ой-ой. Опа! Он мне. Все, 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 он бесполезный, можно его не добивать, можно не добивать. Давай, 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 пусть пока живет. Пусть пока живет, давай, пока его не будем трогать. Да вот что это вот такое. Давай, я, давай, я. А он мне пушку выбил! Маратан, сейчас я его выбиваю. Давай, он сейчас по мне стреляет. Давай, не видим самолюсь, я пытаюсь вот этого вынести, который тараном. Хоп. А, я промазал. Ёберный театр, я его заперту. О, я без защиты, брат, я без защиты, мне жопа. Да, я тоже тут без защиты. Я, короче, приму смерть. Ой-о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 й-
Ой, хорош. У него теперь нет полностью правой части. Все. Так, тихо, в меня попал, зашибись. Уф, ну все, теперь только камикадзе работает. Ты все, поджигаешься тоже? Да. Надеюсь, я думал, нужно постоянно зажимать, а там, блин, чел, его жалко, конечно, но у нас один тип остался. Ну, у нас как минимум более такой. Более ну, живой. Он более-менее живой, да, но у нас задание, получается, 100% выполнено. Да не, мне кажется, нет. Ну, почему я нанес там 1002 урона? Можно посмотреть, тап. А, тап нет, не можно. Нет, ты чё делаешь? Вот. Всё, так, отлично. И ластовый остался, которого мы столько пердохали, а он все жил и жил. Отлично. На, задание. Хороший ноут. Снайпер, конечно. Ну да, да, да. Не, там чела, он был невидимый, я на ускорбе чем задание, все попал. Выполнено. Все, смотрите, я превратил свою машину в параплан. Давай сейчас в... А как, подожди. Да. Подожди, а где задание выполнено? Я превратил... У тебя там задание написано. А, вот, все, отлично, отлично, отлично. О, нифига себе, у тебя графика красивая. Нифига себе, у тебя жесткая тачка. Смотрите. Превратил свою машину в параплан. А ну, где мой кейсик? Где мой кейсик? А вот у меня тот кейсик. Же. А где ты его нашел? Склад и самый низ листа. А, вот, все вижу. Открывай давай, кейс. Давай открывай. Откроем. Я уже открыл. Я тоже. Акум сколько? 30 единиц. Аккумулятор, а мне пластик выпал. Нормально, есть пластик дороже. Есть неприваренные детали. А ну-ка, сколько стоит пластик? О, 31. Пластик стоит за 100 штук за 33. Так, ребят, я нашел для себя подходящий чертежик, получается, вот такого бронемобиля. Тот, который я, по сути, могу собрать. Единственная деталь, которой у меня не хватает, это краски камуфляжные. А нафиг она нужна? Правильно. Поэтому мы Так. Пофиг, собираем, имеем что имеем, получается, сейчас я быстренько покрашу это в такси, ну, изотопа, а когда не делали. Все, давай, Степ, заканчивай каточку и с тобой затестим эту имбульку. Да без проблем, я сейчас этой моей мухой 57 миллиметров ртутного столба разношу всех. Так, чё, у меня получается тачечка поинтери, блин, я так не люблю эту карту, ну... Прикольненько, в принципе, у меня, но пока как-то... Сейчас посмотрим на деле. Ух, ё-моё. Посмотрим на деле, на что способна моя пушка. А ты где, Амир? Я тебя буду прикрывать. Ой. Ух, ё-моё! По мне стреляют, Амир. Да я тут тоже стреляюсь нормально так. Типа пока разношу, пока могу, пока что-то... Отлично, одного запердохал. Меня подстрелили в спину. Не, слушай, мне пока нравится. Ого, это что за газонокосилка? С двумя базуками. Так, ну аккуратно, ну слушай, пока. Бери на пушку этого, да. Взял. А ты умер, что ли? Да, меня подстрелили в спину, я тебе говорю. Все, понял. Ой-ой-ой, жопа там сзади. Добивай этого хотя бы. Ну да. Нет, он взорвался. А, я его убил, правда, у меня теперь нету колес. Ладно. Ой, давай, они прям там стоят. Пушки, ты можешь их забить. Да, прям хорошо целюсь. Давай. Ой, хорошо. Отлично, минус 3 уже просто на изях оформляем. Ладно, сейчас то, что я такую же типа машину сделаю. Артиллерийскую. Ой, да. Просто не промазываю. Не прощаю, ё-моё, минус 3. Так, где ласт?
Мы захватываем. Что-то на карте вообще нигде не виднеется. Ластовый типчик. Ну, захватывайте пока, все равно. Ну да, захватываем. Кстати, задание как раз-таки захватом имеется. Ну, сейчас твои тиммейты. Опа! Опа! Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, я его ловлю. Ай, не успел! Ура. Просто он на мушке у меня, и мы выиграли. Победитель. Ладно. Один медаль ачивку. А, нормально. Ой, сколько опыта. Отлично. Задание. Захвати базу противника любой миссии. Я просто три задания сейчас выполнил. А, супер. Мне надо перекрасить просто машину в другой цвет, и все, в этом все задание. Ну, походу. Ну, сейчас, подойди тогда медленно, я перекрашу. Хорошо. Ivy Go. Ребята с рембазы механику почти готовы поделиться с тобой чертежами более редких предметов. Не упусти шанс, убеди их, и у тебя уже почти хватает репутации. Ага. Хорошие детали — редкость, а редкие детали хороши. Немедленно произведи себе... произведи тебе, ведь теперь доступна рембаза механиков. Какая деталь пригодится в любой миссии. Так, окей, у меня получается второй уровень вознесения опустошителей. Мне что дали? Эмблема. Ага, используем. А, сразу же охота за рулем четвертый. А, чего? 50 внутриигровых монет в магазине. А, ага, донейшн, донейшн, я понял. Так, производство. Получается, я могу в опустошителях что-то делать? Нет, не могу. В бешеных я могу производство делать. Более редкие детали. Две энергии есть. А, четыре. Получается, я могу сделать себе дробовик гром, который 1080 очков мощности мне даст. Но у меня не хватает, получается, пластика, у меня не хватает меди, ну, проводов, то бишь, и не хватает пушек. А пушки, если я правильно понял, 95... 94, дорого, 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 такое себе. Локатор. А где локатор? Ой, слушай, локатор, локатор. Он такая херня крутится. Кажется, с ним могу тягаться. Ой, да, вообще вполне спокойно, спокойно. Но у меня при этом хп стало больше. Вот так что это плюс. У меня 441 даже... хп. У меня 733. Так, ну я пока в бой шибко не лезу, прям, чтоб лезть. Аккуратненько сейчас. Я тоже. Амир, а у нас случаем не одинаковые пушки? А, да. Скорее всего. О, Черика уже убили. Он сам дезинтегрировался. Попал. А, и только 5 залпов. Стивен, подожди меня. Слушай, они прям это, тут как будто потнич небольшой. А как мне повернись? О, тип! Куда ты лезешь? Ай, с жопы нападают, с жопы нападают. Ой, убил. Братан, мне помощь нужна. Ну, я убил одного только, подожди. Вот у меня еще один лезет. Попал совсем. Ой, ну сейчас... Все, меня распердохали, меня распердохали. Ну ты одного забрал, молодец. Прям там тип нулевый, вообще он практически ничего не может. У него одна пушка осталась. Ну не, это проигрыш. Если я успею перезарядиться, я кого-нибудь хотя бы с собой заберу. Не успел. Слушай, если зажать delete клавишу, то ты сам уничтожишь. Backspace. А, ну и чё? И ты можешь тем самым убить типа. Ну, в твоем случае урон скорее нанести. У него там может отлететь там морда условно. Сидит в кустах, 32 хпшка. Ага. Ну блин, я МВП. Ну, кстати, да, два фрага. Давай, добивай. Все, я типа зафигачил. Ну, а, да, нас я... двое осталось, весело. Очень. Мне ставку на прочность сделать. Мне кажется, заметили. Да. Мне кажется, ты не попал. Да, тут я чуть-чуть попал, ну и все. На этом. Да, ну ты не успел. Да, такое все. Ну я фраг дал. Я там на одного типа отвлекся, ну и как бы... Усё!
все. Заданки выполняются. В принципе, прикольно. У меня уже есть интересный достаточно чертежик. Здесь, знаешь, это тачка не для каких-то карт с возвышенностями и так далее. Типа для плоских вообще идеально просто, я считаю. Вот как это было на той моей нелюбимой. Ладно, предлагаю на этом закончить. Стёп, как тебе игра, в принципе? Ну, игра, в принципе, те же коты, вот в которые я в детстве играл, но только уже можно ими управлять машинами. В принципе, того, чего не хватало все эти годы. Ну, нормально. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если понравилось, лайк. Если не понравилось, дизлайк, напишите в комментариях. Батащенко ли получилась ссылочка на Телеграм. Всегда знаете, где находится. Всем пока! Всем пока!